Дорогие зрители, заканчивая свое выступление, наш оркестр исполнит для вас всем уже известное музыкальное произведение Александра Александровича Алябьева «Соловей». Этот замечательный романс композитора, написанный на стихи Антона Антоновича Дельвига, является одним из самых ярких шедевров русской музыкальной культуры. И для нас, как и для многих других людей, он стал любимым произведением в нашей школе. Если хотите, символом нашего коллектива. Для вас поет Виктория Оганесян, класс преподавателя Анастасии Геннадьевны Селивановой, в сопровождении Оркестра русских народных инструментов, учащихся и преподавателей детской школы искусств имени Александра Александровича Алябьева, руководитель и дирижер, заслуженный артист России Валентин Иванович Лобов.